Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прожили с парнем год, потом он взял паузу, не общались 2 недели. Неделю назад помирились, отношения очень хорошие, соскучились, оба в разлуке, осознали, как дороги друг другу. Решили все сохранить, обсудили, что конкретно не устраивало его и меня. Решили, что будем меняться и идти друг другу навстречу. Только почему-то он не предлагает мне обратно съехаться, у меня по ощущениям, как будто мы начали все сначала. Стоит ли его напрямую спросить или подождать? Лично мне хотелось бы опять жить вместе, но чтобы это была его инициатива. Лариса, вот ситуация в том, что вы хотите жить вместе, но почему-то это должна быть его инициатива. Странно? Странно, если вы чего-то хотите, логично, что инициатива идет от вас в таком случае. А тут получается, что вы чего-то хотите, вы сами чего-то хотите, но как будто бы ответственность за это перекладываете на другого человека. Вот. Понимаете? Какой момент? И это, в общем и целом, на мой взгляд, серьезная проблема. Потому что вам это помешает, ну, в любом случае, вам это помешает быть собой, вам это помешает реализовывать и отстаивать свои интересы, потому что вы, ну, будете вот в какой-то степени чувствовать себя зависимой, так как, в принципе, вы чувствуете себя зависимой сейчас, вот, на данный момент. И если вы не хотите так себя ощущать, если вы не хотите так себя чувствовать, то, наверное, имело бы смысл начинать что-то менять именно в себе. А вот вы говорите о том сейчас, что вы соскучились, и что отношения наладились, что они хорошие. Возможно, действительно, вам друг друга не хватало. Только проблема заключается в том, что вам-то может быть, вам может друг друга не хватать, но это не решает проблему. Если вы расстались с молодым человеком, это довольно серьезно. И по опыту я могу сказать, что люди достаточно редко, если у них возникают ссоры, приводящие к расставанию с партнером, достаточно редко люди сами могут отношения свои скорректировать. Ну, просто потому, что они находятся, что называется, внутри. Вы находитесь внутри. Вы не можете посмотреть на эту ситуацию, скажем так, извне. А
очень важно посмотреть на то, что происходит в ваших отношениях, именно со стороны наблюдателя, со стороны беспристрастного наблюдателя, и тогда появится возможность помочь вам скорректировать это. Но вряд ли вы можете посмотреть со стороны на себя. И вряд ли вы можете посмотреть со стороны на своего партнера, потому что у вас к нему чувства. А вы еще к тому же говорите о том, что вот вам, ну, что вы соскучились, то есть сейчас это, по сути, идет история о том, что, ну, вот вы какое-то время не виделись, да, и восприятие друг друга у вас изменило. Вот. Это нормально, что восприятие изменилось, это абсолютно нормально. Я не говорю, что это ненормально, я говорю о том, что проблему это не решает. Вот. Понимаете, какой здесь есть момент. Вот вы говорите, к примеру, вы говорите о том, что вы, значит, расстались. Барин залбал. Вот. Из-за чего? Понимаете? Вы пишете, обсудили, что конкретно устраивали, не устраивало его и меня, и решили, что будем меняться и идти друг другу навстречу. Вот здесь очень смущает то, что вы обобщаете. Потому что, опять же, меняться это нелегко. Нелегкий это процесс. Это процесс длительный. И очень важно, чтобы в этот момент, в момент, когда вы вот меняетесь, чтобы вы видели себя. То есть, чтобы вы могли на себя посмотреть со стороны. А у вас этого пока нет. Вы говорите, что решили, что будем меняться. Вы меняетесь для себя, ну вот в данном случае, или вы меняетесь для молодого человека? Это важно, потому что если вы меняетесь для себя, потому что, к примеру, ну, вы, допустим, остались недовольны тем, да, как, ну, как вы себя там ведете, да, или понимаете, что ваше поведение не соответствует вашим ценностям. Это одно. Если целью человека является идти навстречу другому, да, то есть в обход конкретно своей природы, конкретно в обход своих эмоций, конкретно в обход своих чувств, вот, то получается, что да, может быть, вы будете меняться.
Но вы будете ждать. У вас будет ожидание от человека, что вот я для тебя стараюсь. И как бы это там жду от тебя, например, ну, того же. А молодой человек, например, по-своему видит ситуацию и по-своему видит перемены. Вот. И что будет, когда, например, эффект новизны после того, как он пройдет, после того, как пройдет эйфория, уйдет? Неизвестно. Понимаете, да? Какая штука? Вот это очень важный момент. Но который я хотел бы обратить ваше внимание. Поэтому первое, это личная ответственность, работа с личной ответственностью вам. Ну, взять ответственность за, ну, свои желания. Вот. И выражать, проявлять свою позицию. То есть сейчас на данный момент вы ну, перекладываете эту ответственность на своего молодого человека. Вы хотите жить вместе, как бы, но хотите, чтобы это как бы была инициатива его была инициатива. Вот. На мой взгляд, это позиция в корне для вас деструктивна. Вот. И абсолютно ничего вам хорошего не даст. Вот. Ну, она не способна ничего хорошего вам предложить. Это позиция. Вот. Второй момент. Это своего рода конфликтогенность, ситуация, то есть вот, ну, конфликтогенность, это означает как раз, из-за чего у меня были конфликты с моим партнером, какие у меня проблемы с ним были. Вот. И изменения, те изменения, которые вы хотите проводить, да, важно скорректировать, чтобы эти изменения были для себя, а не для мужчин. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.